провожу исследование, и оно такое довольно мультидисциплинарное. Я исследую все то, что представлено, например, в медийной сфере. Я покажу вам какие-то конкретные примеры материалов. Посвящено исследование рыбе, некой рыбе, которая мигрировала и которая теперь живет в совершенно новой для себя среде. So this fish is labeled by the EU authorities as an alien species because, as they claim, it is responsible for the destruction of the marine life, the native marine life, and the well-being of the ecosystem. Итак, в Европейском Союзе к этой рыбе относятся очень настороженно. Она, собственно, называется чужаком, рыба-чужак, alien — это многозначное слово, люди тоже чужаки, и инопланетяне, кстати, тоже aliens. Ну, так вот, это рыба-чужак, которая разрушает морскую биоту, все то, что в море проживает, и, собственно, препятствует нормальному развитию жизни в Европейском Союзе. So I'm going to speak later on in detail about this fish, but for now to say that it is a fish that appeared in the area around 15 years ago in the Mediterranean Sea, and since then its population is growing dramatically and a very kind of quick, very quickly in a very rapid way. Итак, впервые зарегистрировано было появление этой рыбы в Средиземном море примерно 15 лет назад. До этого ее там не было. И ее популяция очень активно размножается. Actually, is this fish there on the top right? And so the treatment of this toxic fish, so it's a toxic fish, by the scientific community and especially by the fishermen communities that I have been researching, performs, if you want, a very strong dividing line between us, meaning the humans, who also have by their sides the native creatures of the marine life, and on the other hand, them, who are the foreign fish, the parasites, the invaders, the pests, and so on. Итак, вот эта рыба, которая еще к тому же является ядовитой. Я исследую, как к ней относятся, как ее воспринимают, например, в сообществе рыбаков, потому что, естественно, в Средиземном море процветает рыболовство. И мы, кстати, вот эта рыба, она показана справа на верхней картиночке. Итак, вот все, что говорят сейчас и думают об этой рыбе, собственно, обозначает некий водораздел между нами, людьми, всем тем, что можно назвать human, и привычным биологическим вот, наполнением данной территории и моря, и всем тем, что является чуждым. То есть это все, что чуждое, привнесенное, сюда же относятся паразиты и вот все животные, которые считаются как бы нежелательными. And through this figure of the pest, of the parasite, I will be discussing some tensions that exist around the recent calls coming both from a theoretical perspective, but also from practical, from actions. So tensions that have to do with questions of class, questions of cultural biases, in all these efforts to rearrange, if you want, species-based hierarchies. Далее, если мы посмотрим на такой теоретический и практический аспект моих изысканий, то я исследую все те сложности и трения, которые возникают. Они связаны и с определенной классовой структурой общества, и какими-то предвзятыми мнениями, которые существуют. И мы должны проследить, каким образом мы уже выходим как бы за пределы собственного вот этого биологического вида и его жизнедеятельности. So I divide my presentation in three parts. In the beginning, I'm going to speak about the idea of kinship in relation to post-human theory. Then I'm going to, so this is going to be the biggest part of my presentation. I'm going to move on to the creation of the monster, the alien, the monster, through this case of the fish. And in the end, I'm going to
kind of extrapolate from this case and speak about the idea of vulnerability as a condition of solidarity and the complications that this figure of the pest might pose in relation to this question. Итак, моя презентация сегодня разделена на три части. В первой части я буду говорить о понятии родства, это kinship. И мы как раз и посмотрим, что же оно означает в постчеловеческую или в постгуманистическую уже эру. Далее, вторая часть будет посвящена созданию монстра. То есть это как раз все то, что связано с этим вот паразитом, тем, кто вторгается, нечто такое чуждое и нежелательное. И в-третьих, мы будем говорить об уязвимости. Уязвимость здесь нужно, конечно, это экстраполировать уже на жизнь общества. Здесь мы будем говорить о таких понятиях, как солидарность и, собственно, уязвимости по отношению к другим. Mm-hmm. So I use the word kinship in my title, and perhaps it may be a bit confusing, but I do so not to explore it in a analytical or even a comparative way, but because I feel that it performs perhaps in the most radical way the change in paradigm that post-human ethics suggests in the way we should relate with the non-human other. Итак, начинаю я все это с понятия родства, kinship. Я здесь это привожу не исходя из какой-то там компаративистики или еще каких-то соображений. Нет, это понятие очень важно в новой парадигме, этой этики, которая как раз и касается постчеловеческого. Mm-hmm. So kinship, according to the dictionary, its dictionary definition, so this comes from the Cambridge Dictionary. So kinship involves two different definitions. It's the relationship between members of the same family. So different ethnic groups have different systems of kinship, or a feeling of being close or similar to other people of things. So the first is a system of relations, specific to different societies, and the second is a feeling of affinity, of solidarity, of familiarity, of intimacy, and so on. Итак, посмотрите, перед вами определение из Оксфордского словаря английского языка. Два значения у этого английского слова kinship или родство. Первое значение – это отношения между членами одной и той же семьи. То есть здесь мы говорим о каких-то различных этнических группах или же различных системах родства. Второе значение – это чувство некой близости или схожести с другими людьми или же объектами. Здесь мы как раз уже и видим, что здесь мы говорим о солидарности, о некой близости и так далее. So there is huge anthropological literature on kinship, most famously around the world of Claire Lévi-Strauss, in which I won't enter, but this idea of kinship standing for a feeling, for an affinity, for a relationship, has been generally, historically, let's say, associated with family structures. And the family structures based on blood, based on reproduction, and based on some kind of continuation of life, of the human species and of human societies in general. Итак, это понятие родства, оно активно обсуждалось в литературе. Можно, например, у Леви-Стросса найти довольно пространные обсуждения. Но к чему в основном сводятся все эти описания? Что это некое чувство близости, это всегда о как бы семейственности. Все это на как бы это узы крови некой. И связано это всегда с репродуктивной функцией, с продолжением жизни, вообще со всем тем, что позволяет человеку продолжать жить на Земле. So kinship as a system of relations, of course, is not fixed, but is itself in kind of perpetual motion. And in his book that was published in 2012 in English, I think 2004 in French, the anthropologist Maurice Godelier would argue that there are some fundamental changes in the ways that Western societies
perceived kinship in the last decades. Но нельзя говорить, что вся эта система отношений, она незыблемая и неизменная. Нет, мы наблюдаем, и вот здесь вы видите ниже цитату из книги антрополога Мариса Годельера, который пишет, книга опубликована в 2012 году, мы видим, что в современном западном обществе все понятия семьи, здесь он говорит о том, что люди меньше заключают браки, что увеличиваются разводы, что есть такая нуклеарная семья, увеличиваются как бы разные виды семей. То есть все эти связи и системы, они постоянно видоизменяются. Mm-hmm. So you see here the quote: with marriage in decline, divorce on the rise, the demise of the nuclear family, and the increase in marriages and adoptions among same-sex partners, it is clear that the structures of kinship in the modern West are in state of flux. So there is then a descending, if you want, from kinship as a relation based on blood relations, you know, around the nuclear family, towards kinship as relations that are not necessarily based on blood. And I guess when speaking about animals, you know, the pets may be the first to come to mind. Итак, вот эта цитата, да, я уже частично ее вам озвучила, да, что в современном западном мире все вот эти отношения, они в текучей такой форме, они видоизменяются, и здесь мы видим, что осуществляется переход, то есть это родство теперь, оно не только по признаку крови, да, кровного родства, а мы уходим уже в какие-то другие системы, и первое, что приходит в голову, например, у людей животные домашние, да, это прямо как уже такой член семьи, родственник. Mm-hmm. And just to take a short detour from this discussion, so a film from those of you who've seen it that beautifully kind of illustrates and radicalizes, if you want, Godelier's thesis is this Japanese film that won, called Shoplifters, that won the Palme d'Or in the latest Cannes Festival, in which there is a family and there are all the roles and the members of the family there. So there's a father, a wife, and grandmother, the aunts, the children. But as we find out during the course of the film, no one is related through through blood. So there is no blood-based kinship. So it's a family, but a non-family as we perceive families at the same time. And then all sorts of things kind of emerge from this condition. Да, давайте вот посмотрим, здесь такие немножечко отвлечемся. Это такие прямо медийные примеры. Слева вы видите, это обложка фильма, японский фильм. Он получил пальмовую ветвь на последнем Каннском фестивале. По-английски это The Shoplifters, или же воришки в магазине. В фильме рассказывается про некую семью. Мы видим мама, папа, дети. И потом в ходе фильма выясняется, что никто из них друг другу не родственник, они абсолютно чужие люди. То есть мы видим семья, вроде бы традиционная, но совершенно нет. And just to pass to the field of posthuman theory, I guess the person who kind of popularized the idea of kin and kinship in this field is Donna Haraway, who published a book, her book Stain with Travel, a couple of years ago. And Donna Haraway kind of brought the concept of kinship, or even the gesture of what she calls making kin, into the domain of post-human politics and ethics. And what she does is to call her readers to consider practices of making kin, of nurturing cross-species dialogue, of with what kind of lies outside the humanness. So against a view of a world that consists of kind of humanly independent organisms, Haraway would speak about sympoetic and symbiotic relations that traverse the idea of human exceptionalism. Итак, давайте посмотрим. Вот эта книга Донны Хэрауэй, это такой значимый вклад вообще вот в эту теорию постчеловечного или же постгуманистичного. Книга называется «Staying with the Trouble», как бы остаемся как бы с трудностями, да, один на один. И она как раз и особое внимание уделяет понятию родства. Она даже такой глагол предлагает по-английски «make kin», то есть стать родным с кем-то, да, вот вступить в это отношение родства. И здесь мы как раз и видим, что мы выходим, собственно, за пределы
человеческой политики и этики, и всех вот этих отношений, а она говорит уже о каком-то таком сложном симбиотическом родстве, когда мы говорим даже о представителях разных биологических видов, которые вступают в некий диалог и общение. Mm-hmm. So the ethics of this gesture of making king then for Harari would involve a kind of cross-species affection, a becoming with, so she used all this kind of moving terminology, yeah? The co-shaping of worlds of kind of multi-species belonging and so on. Ну и она говорит как раз вот о такой близости, да, affection, то есть некие чувства возникают между представителями от разных видов, что то есть не только человек единый, да, и вот он такой антропоцентрический этот мир у нас, а подключаются и вот эти отношения с разными биологическими видами, и мы говорим уже вот о таком множественной системе взаимоотношений родства. And this is a quote taken from her book, and which kind of became a slogan. So make kin, not babies, which is an explicitly anti-natalist position, and justified as a gesture of opening, of love towards the non-human other, rather than biologically reproducing the human species, which according to her is responsible for so much pain in the world. So kinship here, again, is an extensive gesture of filiation, curiosity, of learning from the other, the non-human other, while regarding them as equal at the same time. Да, и посмотрите, вот этот вот кружочек, это такой стал уже вот слоганом. Это из ее книги, звучит это как слоган «Make kin, not babies». То есть вот эти, вступайте как бы в родство, да, развивайте вот эти отношения и связи, а не имейте детей. Здесь о чем это? То есть она говорит, что слишком большая ответственность на вот как раз второй части, да, лежит. Вот не нужно как бы ощущать себя принадлежащим вот этому сложному миру, где самые разные есть вот эти обитатели, и с ними нужно родство развивать. Mm-hmm. So there are a number of publications, like recent publications, that take more or less similar position. Another one is by Timothy Morton, so I'm just going to discuss a couple of them. Who has published this book called The Humankind in 2017, and he did so in a publishing house which is like radical left-wing, Verso, he published in Verso. So basically he kind of extends this idea of, he speaks about solidarity rather than kinship, and he even says that the question of how to relate with the non-human others, with the non-human world, is the proper communist even question of our time, as communist politics should be planetary rather than merely international, and thus the humans, as the dominant species, need to forge bonds of solidarity with what he calls the non-human people. Дальше, смотрите, это такое прямо и в радикальном издательстве, таком левом, левого толка появилась эта книга Тимоти Мортона. Называется она «Humankind». Человечество по-английски вообще «mankind». Заменяется вот эта вот первая часть «man» на «human». То есть вот это, подчеркиваем, да, вот это человечность, да, и вот все эти идеи. Его цитата приводится. Он вообще делает акцент не на родстве, а на солидарности. Он говорит, что теперь человек, как биологический вид, который является, в общем, центральным, да, для нас, по крайней мере, для людей, да, и это такая важная и жизнеспособная категория для коммунистической политики. А коммунизм он как раз и воспринимает через эту призму солидарности. Так вот он говорит, что эта теория должна иметь теперь общепланетарный, а не международный характер. Да? То есть коммунизм как солидарность в планетарном масштабе. Mm-hmm. So solidarity, again, here it describes a kind of feeling, inclination, a gesture of sympathy and love towards the weak other, if you want. And another theorist, which is one of the main representatives of the post-human condition and the post-human ethics as expressed in the current literature is Rosie Bray-Doty, who again calls for a non-unitary subject that kind of promotes a more enlarged a sense of interconnection between self and others. It should remove the obstacle of individualism, and again to make
kind of community to make to forge bonds of solidarity between the human and the non-human kind. Again, it's the same idea of coming closer, forming relations, building bonds, and so on. Итак, вот эта солидарность здесь то основное, это как раз все те же вот эта близость, некое чувство, да, ко всему тому, что не обязательно является как бы человеческим. Еще один автор, Рози Брейдот, которая написала книгу «Пост». Человек, the post-human, она опять-таки говорит о том, что теперь нужно как бы расширять взаимосвязи между своим «я» и другими. А вот эти другие, они как раз не только люди, да, а это вот широкий такой, опять вот этот вот масштаб солидарности со всем тем, что окружает нас вокруг. Не обязательно человеческого характера. So if we want to talk briefly about these perspectives in relation to the larger agendas they promote, we have a move from you know, the anthropocentric thought, which considers the human beings as the most significant entity in the universe or interprets the world in terms of human values and experiences, to the anti- or non-anthropocentric worldview, which in contrast kind of criticizes the species hierarchy, advances ecological justice, or the idea of justice, again, here is important, and advances a more egalitarian relationship with the non-human others. Итак, далее, если мы посмотрим, в принципе, все вот эти рассуждения, они находятся в плоскости противопоставления антропоцентрической теории или взгляда, который существовал до сих пор. Эта теория гласит, что человек – венец творения, да, что он в центре, что люди – самая важная как бы сущность, да, существующая во Вселенной. К антиантропоцентрической теории, которая критикует вообще, собственно, иерархию, в соответствии с которой выстроены биологические виды, и она продвигает экологическую справедливость и также эгалитарные отношения с нечеловеческими другими сущностями. So this is more or less the theoretical frameworks related to this research, which in many ways, I would say, leave many open questions rather than giving definite answers. And moving on to the ethnographic part, I guess one should start questions like who is called to make kin with and by whom, who is the person who calls us to make kin and with what, or who is invited to abandon their individualism and by whom is this call made. So it was of particular interest when I started discussing with the local working class, let's say fishermen, to think through these ideas of making kin and think about, you know, telling them to abandon their individualism and kind of show solidarity with this fish. Итак, теперь мы постепенно переходим уже как бы, ну, более таким практическим вопросам. Это все вот теория, да, а дальше, если мы посмотрим на как бы реальное наше положение, наши вот эти отношения родства, здесь мы уже переходим в такую этнографическую плоскость. Мы задаем вопросы. Хорошо, а кто вступает вот в это отношение родства? С кем вступает в отношение родства? Кто свою вот эту вот индивидуальную природу как бы откладывает, да, в сторону? И как раз проявляет солидарность. И я изучал это на примере рыбаков, да, то есть это люди, представляющие определенный класс. Я им задавал все эти вопросы, чтобы они как бы мне показали, как они это все видят сейчас. So the fish, just to give some information about this particular fish species. So the fish in question belongs to the family of Tetraondodite. So this means kind of four teeth. Or more commonly pufferfish in English. And by 2007, it was scientifically verified that it has established populations around the continental shelf of Crete. And it had already been spotted in the wider area of the southern eastern coast of Turkey in 2003. And then we have all the scientific records that verified its presence in Malta, in Croatia, in Egypt, in Italy, and more recently in Spain. Итак, мы на все это будем смотреть на примере вот этой прекрасной рыбины.
Да, ее латинское название – Lagocephalus scleratus. Это рыба из семейства иглобрюхих. По-английски ее называют иногда puffer. Она, видимо, раздувает как-то вот эти вот щечки свои, что ли. Это как паровоз иногда переводит. Но вообще ее такое неформальное название – это зайцеголовый иглобрюх. Но вообще мы все знаем эту рыбу как фугу. Да, вы все, наверное, слышали рыбу фугу. Вот это она же. Итак, в 2007 году были зарегистрированы случаи встречи вот с этой рыбой у берегов острова Крит. В 2003 году на юго-восточном побережье Турции. А далее, уже вот, например, сейчас, в прошлом году, в 2018 году, были зарегистрированы популяции этой рыбы и уже около Мальты, и у Хорватии, и у Египта, и Италии, и недавно и у Испании. So basically this fish passed through the Suez Canal. You can see the Suez Canal here. So it's the Red Sea, then we have the Suez Canal and the Mediterranean Sea. So in contemporary kind of literature, this process of migration through the Suez Canal and from the Red Sea to the Mediterranean Sea is called Lacepsian migration. So in 1978, the biologist Francis Poor, who kind of popularized the term in marine biology studies, defined Lacepsian migration as the unidirectional phenomenon that succeeds in biotic advance from the Red Sea to the Eastern Mediterranean. So it's like a process that has been happening for many, many years, and it's mostly unidirectional, right? It's not the Mediterranean. Итак, давайте посмотрим, откуда вообще взялась эта рыба в Средиземном море. Она переплыла по Суэцкому каналу из Красного моря. Вообще, в 1978 году такой биолог Опор, он описал явление, которое называется Лесепсова миграция. То есть это миграция, которая происходит только в одном направлении. То есть это биологические виды, которые как бы появляются в Средиземном море. Они приплывают из Красного. Никогда наоборот. Уже несколько видов таким образом мигрировали и перебрались в Средиземное. Yes, so now, yeah, I'm going to do that. So this Ferdinand de Lesseps, from whom this movement took its name, in the first half of the 19th century, served as a French diplomat in North Africa and was later appointed as the head engineer responsible for building the Suez Canal, which was the longest artificial waterway the world had ever seen. So the Suez Canal opened in 1869 and was announced in the popular press in France and England as the event that would change the geopolitical balance of power. Итак, откуда вообще такое название Лесепсова? Это в честь Фердинанда де Лесепса. Это был французский дипломат, который в XIX веке был посланцем в Африку. Позже он стал главным инженером, собственно, тем человеком, благодаря которому и был построен Суэцкий канал. Поэтому Лесепсова, потому что по Суэцкому каналу. Канал был открыт в 1869 году. На тот момент, ну, до сих пор это остается самым крупным искусственным таким водным сооружением, такой водной артерией. И в тот момент, когда он был открыт и в Англии, и во Франции, в прессе так и писали, что теперь эта связь обеспечит совершенно новую геополитическую расстановку сил. So the canal basically was important because it offered the opportunity to the European boats traveling from and to Asia to actually have a much more time efficient and economical journey. So it was an advantage that proved particularly luring to the oil trade business for which the canal has been mainly used since the early 20th century. So it was both a pharaonic kind of spectacular project and an investment that would prove hugely profitable in economic and political terms.
Итак, этот канал, он позволял значительно быстрее проходить путь из Европы в Азию и наоборот. Естественно, это было экономически, коммерчески выгодно. И, собственно, с начала 20 века канал стал активно использоваться для торговли нефтью, потому что танкерами ее перевозили по Суэцу. Итак, вот такой просто фараонского масштаба проект, те инвестиции, которые были вложены, они действительно продемонстрировали его экономическую и политическую мощь и значение. So just very quickly some information about the building of the canal. So it was built over the course of 10 years, and more than 100,000 Egyptian workers died or were injured due to the poor working conditions. And so actually now Lesseps is celebrated as the great engineer, a kind of great European man and so on, a brilliant mastermind. But the canal itself in Egypt at least is like a symbol of colonialism. And when the nationalist, the president of Egypt, Gamal Abdel Nasser, seized power, it was the first, he was an anti-imperialist leader, and it was the first thing he did, one of the first things he did was to nationalize the canal, which for him was, and I quote, an embarrassing symbol of the old 19th century colonialism, right in the middle of what was his kind of new Egypt. Итак, а что такое вообще Суэцкий канал? Он строился в течение 10 лет. И сейчас имя Фердинанда де Лесепса, но там его прославляют, он вошел в историю как автор и тот человек, который реализовал этот грандиозный проект. Но на строительстве погибло и было ранено около 100 тысяч египтян, которые были привлечены к строительству. Это была середина 19 века. И всегда, собственно, и до сих пор остается Суэцкий канал таким символом колониализма 19 века. Когда Абдель-Нассер, новый руководитель такого обновленной страны, обновленного Египта, пришел к власти, буквально один из первых его шагов, это была как раз национализация Суэцкого канала, потому что для него это было такое вот прямо пятно колониализма, которое прямо у него на территории его обновленного Египта проходило. So Lagocephalus, or the it's better to call it by its colloquial rabbit fish, or how we crawling рыба, да? Зайцеголовая, да. Зайцеголовая. Да. Итак, давайте вот рыбу. Не будем вот это сложное латинское название использовать, да? Вот зайцеголовый иглобрюх. Да, вот он. So it is currently listed, it's like a wanted, so it resembles even the way that it's shown the mugshots, how the criminals are posing in front of the police camera, so with the measurements and everything. So it's currently... Смотрите, вот даже то, как рыба это изображается, смотрите, вот эта линейка и так далее, даже это напоминает то, как в криминальной картотеке хранятся данные по каким-то там преступникам или правонарушителям, да, вот фотография, фас, профиль, измеряются размеры и так далее. So it's listed by the European Commission as an invasive alien species, so it's a specific term that the European Commission kind of uses, that has to be controlled and managed. And it's a species that, as the Commission notes in its website, and somewhat grotesquely for a fish, so it's a species that doesn't respect borders, okay? So, итак, вот если мы посмотрим, как Европейская комиссия вообще, что она пишет про эту рыбу, то прямо вот здесь действительно сам язык, он такой необычный по отношению к рыбе, да, к биологическому виду рыбы. Она называется, это в кавычках, да, цитата, «инвазивный, чуждый биологический вид». И его необходимо контролировать и управлять, его популяцией. И эта рыба, здесь снова цитата, выделена слева жирным, эта рыба или этот биологический вид, как пишет Европейская комиссия, не уважает границы. Does not respect borders. Вот. Рыба не уважает границы. So it's a language that is used also for people entering the European space at the moment. Very знаете, often то же самое ведь пишут о людях, которые прибывают сейчас в Евросоюз, да, они тоже как бы, да, не вот уважают, не соблюдают границы между государствами.
So there are all these projects funded by the European Union. So, for example, there was this project in Cyprus from 2012-2015. Well, basically, during the breeding season, if you would get one fish, one of each fish that you get to the authorities, you get back €3. So it's all these projects that they do in order to fight it. Были попытки, потому что рыба ядовитая, да, были попытки каким-то образом ограничивать популяцию. Например, на Кипре в 2012-2015 годах была такая программа, можно было принести эту рыбу, и за каждый килограмм люди получали 3 евро, если они ее куда-то там сдавали. So just to move on to my ethnographic part, so the first part of my ethnography took place last summer in Crete, and especially in the eastern part of Crete, which is the part closer to Turkey. Итак, давайте посмотрим мое собственное этнографическое исследование. Я проводил его прошлым летом. Это юго-восточная часть Крита, ближе к Турции. So this part is called Lasithi. And so I spent an amount of time in several villages around Lasithi. I was speaking with the locals, the fishermen, and members of the scientific community who were there kind of to study the fish. Итак, эта вся территория называется Lasithi. Я провел около месяца, и я много разговаривал и с представителями каких-то местных сообществ, жителями, учеными. Я выяснял их мнение относительно этого вопроса. So that's how the landscape looks like there. It's a bit of a rough landscape, I would say. A lot of mountains, but also like then you have the sea. Ну, вы видите, вот здесь изображение, такой там пейзаж, ну, довольно такой сложный, так скажем, песчаник, какие-то горы, но море недалеко. So it is one of the least touristically developed parts of Greece, and especially the southern, so the south part of this Lasithi, I would say, is perhaps the most the least developed part of Crete. But at the same time, it is a place which aspires to be a kind of touristic destination. So people live out of, I don't know, renting rooms and doing Airbnbs. You know. Итак, сама вот эта вот часть острова, она не очень развита, не очень застроена. Это самое такое для туристов малопривлекательное место. Но при этом они хотели бы развивать туризм, и они все там предлагают какие-то маленькие гостинички, можно снять комнату и так далее. And their livelihoods depend, I would say, on sea and sea products. They don't only sell the sea products to the tourists, but also in their daily diet, they kind of. Это как они живут на острове, да, в море. Для них море это важный поставщик и питания. Они много ловят рыбы, морских животных. И не только туристам это все на стол поставляется, но и сами они живут за счет этого. And just very briefly to mention that, because it seemed to be eventually quite important for doing research in the people there. So there is, because Lasithi was part, let's say, in the very ancient times of the Minoan civilization. So there are many Minoan ruins there, and people seem to be associating themselves with the Minoan civilization somehow. So there were a lot of there was a lot of connection, like with nature, with materials, with how this relates to that, and how the ancients did it. So this, so the fish, the fish terror or the fish monster, kind of entered very often within this narrative. Итак, если говорить вот о туристической привлекательности, то здесь, наверное, вот история места очень важна. Вообще, когда-то это была часть минойской цивилизации, и здесь много осталось каких-то археологических памятников, и очень много местные люди рассказывают, а вот в древние времена вот такие-то материалы использовались, или вот это было так и так. И на самом деле вот этот миф о, или легенды какие-то об этой некой рыбе монстры, они возникали и уже вот в исторических отсылках. And just to share with you some of the headlines as they appear, some of the media, let's say, representations of the fish. So you have headlines like
a huge hair fish, riba, кролик, was caught with poison that kills 30 people, or that is more toxic than the most dangerous cobra, or danger death, or terror with a fish in Crete, and so on. And at the same time, you find a lot of videos, YouTube videos made by amateur kind of fishermen who explicitly torture this fish, or they want to display how bad it is, how evil, and then they make it bite these beer cans, which are made of metal, and so the fish can eat the beer cans, so it shows that how bad the fish is, because it can eat metal. Так, а вот здесь, посмотрите, здесь такие заголовки, прямо скандально так вот кричащие из прессы, там, из газет. Это вот новости, да, современные новости про эту рыбу. И вот была поймана огромная вот эта рыба, иглобрюх, и в ней было столько яда, что можно убить 30 человек. Или же эта рыба более ядовитая, чем самая страшная разновидность кобры, и даже страшнее, чем какой-то там смертоносный скорпион. В общем, ужас, который принесла вот эта рыба зайцеголовая на остров Крит и так далее. При этом на YouTube очень много роликов. Люди, какие-то там местные жители, рыбаки, они снимают эту страшную рыбу, они над ней, собственно, издеваются, там что-то чем-то тыкают там вот на суше. Есть какой-то известный ролик, когда, вот вы видите слева, у этой рыбы есть зубы. И вот показывают, что рыбу заставляют кусать банку из-под там пива, по-моему, и она прямо кусочек откусывает. Показывают, вы видите, какой ужас рыбина, значит, которая может железо кусать, ну и так далее. So it has this super, это какой-то супер, какой-то монстр, да, какой-то вот прям пришелец, да? So just to share with you some of the concerns of the locals there, as well as of the authorities. So the arrival of this fish kind of alarmed the environmentalists, the fishermen, the policymakers in Greece and the European Union in general, enabling a kind of ongoing discussion for how to either destroy it or commercially exploit it. So these were the only two options. Итак, когда появилась эта рыба, вот эти все вот эти новости там стали обсуждать, всех это все взволновало, и местные сообщества, и ученых, и тех, кто там входит в правительство, и так далее, и стали обсуждать, а что же делать с ней. Только два выбора было, два варианта. Или же ее уничтожить, да, чтобы ее вообще не было, или ее каким-то образом коммерчески использовать. And why it created all this havoc? So first of all, it is one of the most poisonous species in the world. So the authorities, especially during the touristic months, must be highly alert. So if you eat it, basically you can die. Значит, а почему вообще такой переполох и такие именно варианты? Во-первых, это очень токсичная рыба, она ядовитая. И естественно, когда приезжают туристы, да, нужно объявлять, нужно всем говорить, что ни в коем случае, если вы съедите эту рыбу, вы можете вообще умереть. Mm-hmm. So, because there are no big fish in the area, because of the overfishing actually, that could potentially prey on it, the fish has very few enemies in the Mediterranean Sea, so its population steadily grows, capturing not only larger like patches of sea, but allowing also its body to become physically bigger, so you have reports from amateur fishermen that they caught fish, this particular fish, which could be even 30 kilos and bigger than 50 centimeters. Mm-hmm. Далее, у этой рыбы нет никаких врагов. То есть ее, в свою очередь, никто не может съесть. На нее никто не охотится. Поэтому она прекрасно размножается, популяция растет, и она также растет. Вот, рыбы, они больших размеров. Вот уже были зарегистрированы случаи. Один рыбак говорил, что он поймал эту рыбину 50 сантиметров длиной и весила она 30 килограмм. Mm-hmm. Also, it kind of eats, like, in a very frantic way, I would even say, everything. But especially it threatens octopuses and squids, which are very exploitable, like marine species for touristic purposes. So the populations of octopuses and squids have felt dramatically.
And the thing is that while this pufferfish is a delicacy in Japan, so this fugu that you mentioned, in the European Union its trade is forbidden. So practically they have absolutely no economic or commercial value, so they're just waste. Итак, далее, что эта рыба ест все, что ей попадется. Она вот абсолютно все уничтожает и поедает. И получается, что она представляет опасность для коммерчески вылавливаемых видов животных. Например, осьминога она ест и кальмаров. А естественно, на этой территории это ну, как бы очень важная статья да, доходов, и это морская еда и так далее. Эту рыбу употребляют в пищу на Востоке, в Японии, Корее и Китае. И там она считается деликатесом, это вот ее фугу там называют. Но при этом в Европе запрещено торговать этой рыбой, поэтому коммерческого интереса здесь никакого не может быть. Mm-hmm. So on top of that, because it actually eats even metal, it destroys the fishermen equipment. So this is the long line fishing method that you know it's very common there. And then you know when this this fish appears. It can eat the hooks, so it absolutely destroys the equipment. And lastly, it is with its like front teeth. It looks very strange, very weird. It kind of looks appealing, appalling. Sorry, далее она не to только вот этих осьминогов и рыб поедает, она хватает абсолютно все, так как много рыбаков, там какие-то их лодки там с сетями, крючками. Она хватает все и разрушает, то есть она прямо заглатывает такие вот, большие даже металлические части. Повреждается все вот это оборудование, и к тому же она выглядит ужасно. У нее 4 зуба таких довольно большие, то есть она выглядит как монстр. Mm-hmm. So just some quotes from people that I was speaking цитаты. In the area, so they would bring up the idea of you know the destruction of octopuses. So someone would say that we see octopuses nowadays only in old pictures. And then it would get even more dramatic. No one can save us. They eat everything. They're gonna eat us. Значит, вот эти самые разные цитаты. Люди говорят, ну, посмотрите, мы уже осьминогов-то не видели, все только в прошлом. И вообще, эта рыбина скоро нас самих съест, потому что она пожирает абсолютно все на своем mm-hmm. пути. Or this fish will be the disaster of the Mediterranean, or that you know many fishermen are dropping the profession because now it's unstable. They have to buy new equipment over and over. Дальше они говорят, что все это катастрофа для Средиземного моря. Многие рыбаки теряют свой этот промысел, потому что у них портят вот эти сети, там все эти крючки и рыболовецкое оборудование. Они вынуждены или снова покупать, или бросать. Or also it was very strange for them the way that the fish behaved when it was caught. So one of them would tell me, so he was one of the first persons who caught this fish. So he was like, the first time I caught a Lagocephalus, I understood that something was not going well with this fish. I left it on the boat, and wherever I was going, it would turn its head, looking at me. So it wasn't like the other fish. So this was for him. Да, и еще один рыбак прямо рассказал, что он был одним из первых вот в этой деревне. Он выловил ее, и он мне рассказывал, что он сразу понял, что с этой рыбой что-то не то. Он ее бросил на палубе, она у него лежала на этой лодке, и каждый раз, когда он проходил мимо, говорил этот рыбак, она прямо вот смотрела на меня. То есть она прямо глазами вот за мной следила. Явно не все хорошо с этой рыбой. Другие рыбы же никогда такого не делают. And then there was all this because of the attribution to this magical or metaphysical qualities to the unknown, to the monster and so on. So there was all this para-monstrous myth, if we want to put it. Далее возникли все какие-то вот эти вот мифические там истории про каких-то вот монстров, там слухи какие-то росли и множились и так далее. Related to the ways that you know several monsters in history were discussed, you know the zombies also were. Да, и вы знаете, вот всякие разные монстры выплывали во всем этом дискурсе. Вот зомби, например, да, что такая вот рыба зомби. Да, вот в свое время, в 1930-е годы, очень активно тема зомби в литературу вошла, потому что американцы позаимствовали все эти истории с Гаити. Да, там им вот эти местные легенды какие-то, они это перенесли вот в поп-культуру. So some of the kind of moral panics that they kind of encountered there was that, so the first one was that
Итак, вот эта паника, она была с чем связана? И вообще, что они говорили? Это рыба-каннибал. Да, она ест. Да, вот. И такое словечко, они прямо бандами, вот это слово gang, оно банды. Вот эти рыбины, они бандами собирались и там на кого-то нападали. Да, и он говорит, что они ведут себя как вот такие группировки вот странные. Приближаешься к ним, а они не уплывают, они вот так сидят и... Они вот смотрят на тебя, да, они вот всей этой бандой, со всеми глазами смотрят на тебя. Еще один человек рассказал, он охотился, подводная охота, видимо, с каким-то там копьем, и он поймал эту рыбу, но она ему не нужна, естественно, он ее выкинул, а остальные почувствовали кровь и просто набросились и разорвали ее. И один из них, один вот мне рассказал, представляете, что они видят, он видит единственный способ, как избавиться от этой напасти, что нужно, я цитирую, культивировать каннибализм между ними, потому что эти рыбы и так склонны, да, к этому, так вот, чтобы они друг друга, в общем, сожрали. The second moral panic or this kind of paramonstrous activity going on around this feast, and this is very dominant idea there, was that kind of foreign agents. Eh? So this feast was not natural for most of the people. So someone was planted it basically there. Еще одна такая идея возникла, помимо вот, каннибализма и так далее, это то, что это некий инородный, чуждый агент. Вообще иностранный агент, точно так же по-английски будет. Да? Вот эти иностранные, как бы привнесенные откуда-то, чуждые существа. So there was this widespread idea that was brought there by the foreigners in order to follow the plan of kind of destroying, obliterating the Greek fishing industry. Они говорили, что это иностранцы тут эту рыбу подсадили для того, чтобы вообще разрушить все рыболовство в Греции. So actually it was laboratory produced, so it was made. Это в лабораториях вывели, вывели и выпустили. Greece ends up importing. Для того, чтобы греки были вынуждены импортировать рыбу из других стран. So it's basically the Americans, the Germans, вот эти американцы, немцы, вот они все это сделали. But what was interesting, and just moving on slowly from the ethnographic part to the last part of this lecture, was the idea that this was a kind of invisible threat. So it was a threat that they couldn't exactly locate. Where it is, how to kill it, how to... Еще вот такая вещь, которую я заметил, это как бы то, что рыба этой не видно. Да? То есть это некая опасность такая подспудная, то есть она где-то рядом, но мы четко ее вот не видим, не можем обозначить, где она. So it kind of reminded me again to go back to a film reference or a book in this case. So in this book, The Woman in the Dunes, I don't know if you've read it by the Japanese writer Kobo Abe. Да, и, знаете, мне это напомнило. Есть фильм, а фильм, собственно, по книге поставлен. Книга Кобо Абе называется по-русски «Женщина в песках», по-английски «Женщина в дюнах». Woman in the Dunes. So it was this amateur entomologist who would visit a place which was very remote. In which it was so this place was actually absolutely destroyed by this very strong sand wind. Там некий главный герой, он попадает в такое место, где постоянно дует страшный там ветер, и все заносит песком. То есть эти люди, они вынуждены все время откапываться. То есть их за ночь там заносят, они утром откапывают и так далее. So the quote was that not a single thing could stand against its shapeless, destructive power, so the power of the sun. So the very fact that it had no form was doubtless the highest manifestation of its strength.
Да, ну и вот цитата из этой книги о том, что вот это вот невидимое, да, как бы практически неосязаемое, да, это некий песок, который вот непонятной формы, что он как раз и обладает вот такой скрытой деструктивной силой. So exactly this metaphor of the formlessness, the shapelessness, the invisible threat, I think it was very appropriate here because, you know, this feast was also shifting size, it was kind of mingling with the other feast and disappear. Также мне кажется, вот эта вот идея такой вот не как бы видимости, да, неосязаемости этой рыбы как раз подходила, потому что она и меняла свои размеры, она постоянно куда-то там переплывала, уплывала. Здесь это очень близкая идея. So every time we try to capture it, it kind of escapes, it slides, it's stronger than us because it doesn't have the form, a particular form. То есть это нечто сильнее нас, а мы как бы вот эту вот не можем ее как бы ухватить, она все время исчезает, уплывает. So just quickly to say a few things about, let's say, some extended conclusion. А теперь давайте пошире посмотрим, да, и вот будем уже переходить к выводам. So one question is which animals eventually can we make kin with? I mean, with which animals can we are we capable of relating as I don't know. Так вот, подхватывая вот эту тему первую самую родства, с какими же животными, какими представителями животного мира мы можем вступить вот в эти отношения родства? And what a kind of materialist ethnographic analysis would have to say about that? Да, и какой здесь есть такой вот материальный этнографический анализ, который нам может дать пищу? This prevalent idea in animal studies of the rights, the animal rights, and we recently had several years ago we had this decision of a court in Argentina that gave rights to Sandra the orangutan, so it was an orangutan closed confined in a zoo. And so the court decided to release Sandra to a sanctuary, so move it to a sanctuary, because during these 20 years of confinement, and I quote here, she has suffered unjustified confinement of an animal with a proven cognitive ability. Eh? So it should be recognized as a person and granted with the right of freedom. Итак, вот посмотрите, сейчас в последнее время много мы слышим о правах животных, например, и был даже такой уникальный случай в Аргентине, когда суд вынес решение, касалось оно вот этого орангутанга, самки, ее звали Сандра, она жила 20 лет в зоопарке. И суд потом вынес постановление, что так как совершенно точно доказано, что это животное обладает там, когнитивными способностями и так далее, не должны ущемляться ее права. И так как она 20 лет сидела как в одиночном там, заключении в этом зоопарке, теперь ее необходимо переселить в национальный парк, где она как бы будет там, ходить на свободе и наслаждаться своими правами. But the question would be why intelligence and cognitive ability should provide the basis for granting people, non-human people, the right to live. Why these two, let's say, the intelligence and cognitive ability, or you know, the idea that creatures that have small brains deserve to die and kill more than other. И здесь смотрите, к чему это нас подводит. Вот это решение судебное, оно было вынесено на основании чего? Что это животное обладает определенными умственными, когнитивными способностями. Тогда получается, мы таким образом все живые существа, у которых небольшой мозг, которые там не обладают мышлением, мы их, что заведомо обрекаем на смерть и считаем, что это нормально. So the idea of animal rights is problematic because it would basically extend the rights to those animals that symptomatically are closer to us, that are more like us. Eh? И получается, если мы говорим о правах человека, правах животных, то мы приближаем как бы к себе тех животных и наделяем их правами, которые как бы ближе вроде бы нам, в смысле когнитивных своих функций, и отдаляем от других. So ending up reinforcing the very humanism that seemed to be the problem in the first case. Получается, что мы таким образом подкрепляем вот все те гуманистические идеи, да, что человек вершина. So the theorist Anat Peak would call this as a residual humanism that exists in the animal rights discourse, and highlight instead the exposed, the incapable, or the vulnerable body as the chief
concern of non-human ethics. So vulnerability, weakness, exposure to threat, to death, and so on. Ну и вот, например, такой ученый Пик, он говорит о том, что все вот это, она как раз и является остаточным гуманизмом. Да, вот этой теории, которая основана на человеке. И теперь получается, что мы подчеркиваем вот такое уязвимое тело как главную такую проблему и вопрос нечеловеческой этики. So this is a book that she published in 2011, so I'm just going to go quickly through it. Ну, вот эта книга была в 2011 году опубликована. Время у нас уже все заканчивается. Сейчас я просто быстро по ее основным положениям пройду. So the idea here is that all these cross species alliances between between creatures should take place on the basis of the vulnerability of the other bodies of the fellow creatures, of the exposed, on the, the incapable, the vulnerable body, and so on. Ну, там основное, что все эти вот существа, да, эти биологические виды, они как бы уязвимы, потому что они существуют в таком вот уязвимом теле, да, которое не является незыблемым и защищающим их. So the problem of kinship to other animals would mirror that of our relation to other problematic beings, quote here, the author Barbara Smith. So it's a reflection to how we may treat other weak beings in our society. So, for example, she says the unborn, the mentally disabled, the drunk, the terminally comatose, and so on. Ну и дальше мы переносим это все на человеческое общество. И, там, и вот еще одна цитата. Здесь исследователь подчеркивает, что получается, что мы примерно те же идеи переносим и на наше общество. То есть вот эти уязвимые какие-то другие, да, то есть это там нерожденные дети, или же там те, кто лежат в коме, или еще. То есть мы их как бы вот отдаляем, да, от себя. Who are like us, but we're not. They are not like us yet. Not quite. Not just now. So they kind of show us what in reality we are, what ourselves are. И они, получается, как бы мы говорим, но это они не такие, как мы, или еще не такие, как мы, или уже не такие, как мы. И мы через них познаем себя. So the pest, and in this case the fish that I have been discussing, poses a serious like predicament in this discussion. So the question would be, are pests or parasites vulnerable beings themselves, or render other humans and non-humans vulnerable by rampaging their livelihood? Мы говорили вот об этом биологическом виде, да, про рыбу, этого монстра. Можно шире это взять, как все разные паразиты и такие вот существа, похожие на них. Можно задать вопрос, так что все эти паразиты, они сами являются уязвимыми? Или же они, другие биологические виды, включая человека и не человека, мы для них уязвимы, потому что они как бы, да, свою жизнеспособность за наш счет развивают. So on the one hand, and insofar as pests are named as such by humans, so the humans define what is a pest and what is not, who in turn the humans can be seen as the largest, the biggest pest or parasite on the planet, this qualification has an explicitly anthropocentric orientation. Да, ну и вообще сами названия, да, паразит, или же вот английское слово pest, да, то есть вредитель. То есть, кто его назвал вредителем? Человек. Ну и получается, что опять мы возвращаемся к антропоцентризму. Да? Mm-hmm. Они плохие, вот они вредители для человека. So on the other hand, and this is the tension of these types of ethics, as in the case in Crete and the fish that I will be looking, the parasites and the pests would mostly affect, let's say, working class and poorer populations who are themselves among the most vulnerable among the human beings. Далее мы посмотрим. Вот я вам показал Крит, да, вот эти рыбаки, люди определенного класса. Получается, что вредители, да, вот такие паразиты, такие рыбы, они наносят вред людям, которые являются уязвимыми в обществе. Да, то есть такая вот цепочка выстраивается. And many times the call to animal affection can itself become a sign of a cultural distinction between the educated urban metropolitan crowds and the uneducated others.
Ну и получается, что вот это все время у нас такое, опять водораздел, да, между такими образованными людьми, которые живут в городах, и какими-то там сельскими жителями без образования и так далее. So questions of class and social privilege are particularly relevant to the discussion of post-human ethics, and it's not very often, I would say, that they come into play into this debate. Да, и так получается, что вот в этой постчеловеческой, да, или постгуманистической теории мы опять подходим к этим вопросам каких-то классовых привилегий, вообще взаимоотношения классов. Но это не часто происходит, не часто мы слышим об этих понятиях. So actually, there is a kind of necropolitical management of nature, if you want, with the human being in the place of the sovereign. So necropolitical in the sense that the humans are allowed to name, to label species as such, and kill them or let them live in the name of the ecosystem or in the name of, I don't know, functional livelihood. But again, all this labeling, all this naming, all this kind of killing and let live have an explicitly anthropocentric orientation. And the pest, I would say, poses an extra kind of radical questioning of this approach. I mean, if we acknowledge the pest as a non-human person. Итак, в принципе, можно говорить о некрополитическом, некрополитическом управлении природой. То есть человек, он сам решает, кто будет жить, а кто умрет. И он исходит из каких-то там положений блага для экосистемы или же каких-то там функциональных своих соображений. И вот это понятие вредителя или же вот этого паразита, оно как бы высвечивает все. Все эти снова вопросы. So to be faithful, and this is the last slide. So to все, у меня последний kind of, слайд уже. Faithful to the demand of planetary or universal equality, so equality for all, from a post-human perspective would mean to love what cannot be loved, actually, to create affect with what cannot be, with what we cannot actually relate, or to even to love the harmful. So this would say that is the paradox of post-human ethics, insofar as the real possibility of true idealism towards the other, so the gesture of making kin with the other should be a gesture towards the threat. Итак, мы начали с вами с чего? Солидарности, вот этого родства и так далее. И мы подошли к парадоксу вот этой постчеловеческой или постгуманистической этики. Мы же говорили о солидарности со всеми вот этими видами, да, разными, нечеловеческими в том числе. Получается, что мы должны вот так вот возлюбить, да, вот эти родство, в родство вступить с... ну, опасными, да, или какими-то этими видами, которые нам не нравятся. Да? То есть мы здесь выходим, опять-таки, за вот эти рамки и наталкиваемся на такой парадокс. So this would be at the same time an unreal possibility, something that cannot take place, because a gesture of making kin towards the threat, towards the radical other, let's say, may threaten to annihilate our own material and reproductive existence. Так вот этого случиться не может, потому что если мы протянем руку опасности, это приведет к аннигиляции нас самих, да, к исчезновению вида. However, to attempt to transgress some boundaries of this paradox is, I would say, a fight worth fighting for, and we should engage or repudiate the kinship with a hare fish, with a rabbit fish at our own peril. And thank you very much. Да, но при этом я считаю, что стоит все-таки побороться, да, и мы должны, да, вот или же как-то вступить вот в это родство, вот в контакт с этой рыбиной на наш страх и риск, конечно же, ну или как-то попробовать изменить это отношение. Все, я на этом закончил. Спасибо. If you have any questions or comments, thanks. Что, вопросы, может быть, будут, комментарии какие-то? Открыты вопросам, если они есть. И, пожалуйста, поднимайте руку и просите микрофон. Окей. Okay.